Студия «Репортер» продолжает свою работу. Меня зовут Виталий Хемий. Здравствуйте. Представляю своего собеседника Владимир Слезюк, председатель Великомихайловской районной государственной администрации. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Виталий. Как ни странно, у нас за окном сейчас такая летняя практически погода, середина октября, но тем необычен октябрь, что сегодня лето, завтра уже зима. Мы не можем не обсуждать готовность наших районов, области в целом к зиме, к отопительному сезону. Всегда болезненный вопрос не только для Одессы, но и для глубинки, но и для многих районов Одесской области. Как сегодня оценивается готовность Великомихайловского района на случай неожиданной зимы? Я думаю, что мы готовы там, процентов, наверное, на 95. У нас запланированы средства. Мы буквально недавно на внеочередной сессии районного совета принимали решение о выделении средств на закупку угля, на закупку бензина для того, чтобы в осенне-зимний период обеспечить перевозку учеников из отдаленных населенных пунктов в школы. Помимо этого у нас проведено аппаратное совещание, мы оценили подготовку к зиме всех учебных заведений нашей центральной районной больницы, и мы можем сказать, что мы к зиме готовы. Великомихайловский — это газифицированный район, это район, который зависит от угля, от дров, от газа в меньшей степени. Великомихайловский район в значительной степени газифицирован, и ну, все самые, скажем, большие населенные пункты, в основном они газифицированы. Есть несколько довольно значительных сел, до которых, к сожалению, или к счастью, учитывая стоимость газа, газификация не добралась, и в первую очередь в плане поставки угля мы там сосредотачивали на этих селах сегодня внимание. Уголь, слава богу, пока есть. Те деньги, которые мы запланировали, позволяют говорить о том, что как минимум до Нового года у нас хватит этого угля, и в зависимости от температурного режима вполне возможно хватит и до конца отопительного сезона. Цена угля, особенно вот ближе к границе между 17-18 годом, колеблется и приходит к такому уровню, что у многих чиновников, руководителей сел, администраций возникает вопрос, а где же как бы брать деньги? Есть такое небольшое, скажем так, неудовлетворение от того, как ведут себя цены на источники тепла? Безусловно, с учетом того, что цены растут, нам приходится думать о том, где изыскивать дополнительное средство. В частности, в этом году это касается не только угля. Мы провели предварительную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, саккумулировали ряд средств сельских советов. Там, где местные бюджеты позволяют это сделать, они с удовольствием передали на свои школы, на свои амбулатории средства, на школьные автобусы для того, чтобы обеспечить их топливом, в том числе и на уголь. И таким образом мы совместными усилиями, район и сельские советы смогли те суммы, которые нам нужны, обеспечить. Очень многое сегодня зависит после того, как основная часть доходов, финансов остается на местах. Да, это одно из преимуществ децентрализации. Насколько добропорядочно ведут себя крупные фермеры по отношению к местным бюджетам? Платят ли они налог, отстегивают ли они законную, скажем так, составляющую финансовую на развитие сел и тех же районных центров? В Великомихайловском районе нет проблем диалога с крупными землевладельцами, арендаторами, скажем так, земли? Я бы не назвал это, скажем, проблема, но, безусловно, у нас есть сельские советы, есть часть района, которая несколько меньше доходная часть ее, да, там, соответственно, те фермеры, которые обрабатывают землю, они платят минимально допустимую ставку налога. Есть села, где фермеры платят больше, и, соответственно, многие из них депутаты районного совета, соответственно, мы имеем возможность этим селам уделять несколько больше внимания. Но мы работаем в постоянном диалоге, и там, где проблемы возникают, пытаемся их решать путем переговоров. Для того, чтобы бюджеты наполнялись как сельские, так и районные,
есть, ну и объединенная территориальная громада, которая у нас занимает значительную часть территории. Нужно сказать, что в этом году, как никогда, сельские советы получили довольно большую доходную базу. В частности, там, где проходила железная дорога, они получили плату за землю в виде Укрзалезнети. Да, это позволило им достаточно большое количество объектов сделать у себя в селах. Например, освещение, например, там, дороги в пределах населенных пунктов. Если эта позиция останется и деньги от налога на землю будут оставаться в сельских советах, да, я имею в виду в части железной дороги, то это позволит в 2018 году, я думаю, что и дальше развивать поселки, и в том числе электрифицировать многие села, которые у нас не электрифицированы, делать дороги там, и другие полезные вещи. Перед тем, как продолжить тему готовности к непогоде района, как раз уж мы говорим о детских садах, школах, больницах, не могу не спросить, к осени с каким кадровым потенциалом подходит район. Я знаю, что во многих районах, и мы не так давно говорили с Вячеславом Полясным, руководителем облздрава, да, и проблема есть, нехватки молодых кадров, которые будут работать в частности в сфере медицины. Знаю, что в южных районах есть проблема нехватки специалистов, педагогов в школах, в детских садах. Что в Великомихайловском районе? Здесь, в принципе, проблемы сходные, совершенно верно заметили. У нас сейчас отменена, в общем-то, обязательная государственная отработка медицинских работников, поэтому очень сложно, ну, будем говорить так, заманить в наши сельские районы молодых специалистов. Я хочу отдать должное главврачу нашей центральной районной больницы. Каждый год у нас какой-то молодой новый специалист появляется. Ну, все-таки большая часть врачей – это старые специалисты. То есть специалисты уже со значительным опытом, да, и нам нужно работать в этом направлении. Опыт здесь надо кому-то передавать. Безусловно, опыт нужно кому-то передавать, и здесь важно, я считаю, что, принятие программы, например, обеспечения жильем молодых специалистов, медиков и учителей, да, для того, чтобы хотя бы этим компонентом попытаться каким-то образом заманить их в район. Хотя, если говорить откровенно, в районе остаются в основном те, кто отсюда, скажем, вышел, да, кто здесь родился, кто здесь вырос и потом там учился уже в большом городе. Те так или иначе возвращаются и там имеют шанс какой-то остаться. Какой-то свежей крови там извне тут, в общем-то, рассчитывать на это не приходится. Зимой, в период непогоды, жители не только там сел, районного центра, города в том числе, должны быть обеспечены теплом, должны быть обеспечены качественным медицинским обслуживанием, но и средствами связи. Я сегодня говорю сейчас, конкретно говорю о дорогах. Я знаю, что Великомихайловский район в этом плане проблемный, чего греха таить. По всему району есть какие-то нормальные дороги, проезжаемые, есть, в общем-то, непроходимые такие, что можно до некоторых сел не добраться. Я знаю, что за последние несколько недель сдвинулся с мертвой точки вопрос строительства очень важной составляющей, да, дороги, которая соединяет железнодорожную станцию района Новобориссовку и село Цебриково, которая практически уже граничная с Ивановским районом, и там уже до Киевской трассы рукой подать. Как проходит процесс ремонта? Нет каких-то проблем? Может быть, начали, а потом остановились? Пролейте, пожалуйста, свет на этот вопрос. Да, с удовольствием. Действительно, в этом году наконец-то сдвинулся вопрос строительства этой дороги. У нас есть, ну, такой, что ли, транспортный коридор, да, это дорога от Великоплоского на границе государственной и до Цебрикова. Это соединение с так называемой Киевской трассой. Вы сами проезжали по этой дороге, видели, в каком состоянии она была. Там люди в основном передвигались, да, и, в принципе, сейчас передвигаются по полевым дорогам. Сегодня начались ремонты, начался ремонт автодороги. Первые 2 километра 300 метров от Новобориссовки до Цебрикова. Мы к этому шли около 2 лет, разработали опять-таки за свой счет проект ремонта этой автодороги. И в сущности, благодаря главе Одесской областной государственной администрации и поддержке депутатов районного совета, в этом году мы приступили к ее ремонту. Мы, я имею в виду, конечно, там подрядчики, службы автомобильных дорог и прочее. На сегодняшний день динамика, я там бываю практически раз в неделю, динамика меня абсолютно устраивает, там работы делаются. Буквально вчера
со стороны Новобрисовки там начали укладывать черный щебень, поверх которого пойдет уже асфальтобетон. На этом участке есть мост, мост также ремонтируется. Поэтому работы идут. Я надеюсь, что в течение нескольких недель они все-таки этот участок подрядчик закончит. Какие-то гарантии даются, что хотя бы не на один, не на два сезона, потому что мы помним эту местность, справа поле, слева поле, да. Зерновозы, не всегда добросовестные могут быть зерновозы, хотя мы понимаем, да, что желательно, чтобы не было перегруза, ну и чтобы дорогу не убили, с таким трудом добиваться ее ремонта и за одно лето помножить это все на ноль тоже не хотелось бы. Это очень актуальный вопрос. Вы знаете, наверное, в сегодняшних условиях ни одна дорога не выдержит, если по ней каждый день ее будут укатывать там 80-тонники, которые ездят сегодня по нашим дорогам. Особенно учитывая, что в Новобрисовке находится элеватор, и там в период сбора урожая очень интенсивное движение, так было и в этом году. Какой выход? Я думаю, что на подобных пунктах нужно устанавливать все-таки весовые, контролировать перегруз автотранспортных средств. И этим должна заниматься Укртрансбезпека, потому что без того, чтобы не контролировать нагрузку, да, там, на зерновозы, безусловно, эта дорога придет в упадок буквально там через несколько лет. Тем не менее, на мой взгляд, как не специалиста, пока на сегодняшний день там ведутся работы достаточно добротно и качественно. Деньги, которые предусмотрены, их, по идее, должны хватить на этот участок, который запланирован, там 2 километра с копейками. Да, да, там предусмотрено порядка 7 900 тысяч. Я сейчас не скажу, увеличился ли там каким-то образом фронт работ. Мне это неизвестно, это вопрос подрядчика. Ну, по проекту их, безусловно, должно хватить. Дальше от Новобрисовки до Великомихайловки, до районного центра. Дорога была ничуть не лучше, чем до Цебрикова. Есть ли в планах пробить стену и улучшить качество дороги в следующем, может быть, летом даже? Безусловно, в этом году мы запланировали из районного бюджета средства для того, чтобы изготовить проект капитального ремонта всей автодороги протяженностью от государственной границы и заканчивая Цебрика, вот этой смычкой как раз с Киевской трассой. Это важнейший для нашего района транспортный коридор. На этой автодороге находится большинство, наверное, самых крупных сел Великомихайловского района. Поэтому сейчас есть компания, подрядчик, которая изготавливает этот проект. До конца октября эти проекты по 3-4 участкам, дорогу там разбили на несколько участков, должны быть готовы. Ну и в дальнейшем нужно добиваться финансирования, что очень, безусловно, сложный вопрос. Эта дорога длиной порядка, если мне не изменяет память, 50 километров, если брать ее в целом. И там, безусловно, нужны там просто баснословные суммы. Насколько мне известно, я интересовался этим вопросом и непосредственно просил об этом. Сейчас есть предложение в дорожный фонд для того, чтобы на следующий 2018 бюджетный год были запланированы средства для капитального ремонта этой автодороги. Ну, не могу в конце нашей беседы не спросить о тех селах, которые стали популярны, обрели широкую известность полгода назад у многих моих коллег и журналистов центральных киевских каналов. Те села, которые были отрезаны от государства ввиду не очень хорошей дороги. Собственно, вопрос, как у них дела, будет ли у них хлеб, свет, бензин, потому что, помните, ситуация была такая вот напряженная. Может быть, где-то искусственно напряженная, но, тем не менее, это наши соотечественники, мы должны тоже беспокоиться о них. Да, безусловно, это был актуальный вопрос. В свое время он был поднят на достаточно высокий уровень, совершенно справедливо. По этому поводу и глава обладминистрации поставил совершенно четкие задачи. И на сегодня у нас есть оборудованный временный объезд участка государственной границы. По качеству он ничуть не хуже того, что было. И Новоалександровка, да, именно это село было отрезано, на сегодняшний день зимой будет обеспечено и хлебом, и туда можно будет добраться скорой помощи при случае. То есть эта дорога есть,
временный объезд сегодня существует. Я благодарю, Владимир, за беседу. Я думаю, что мы еще не раз встретимся, обсудим, как уже будет район готовиться к всевыборочной кампании. И пожелаю вам и вашим землякам нормально пережить эту зиму. Спасибо большое, Виталий. Оставайтесь на «Репортере», берегите себя. До новых встреч в эфире.